под заблуждением, под угрозами, неважно, заключила договор здесь, дома осознала, что договор ей так не нужен, взяла кредит на большую сумму. Вы пришли по приглашению на бесплатную консультацию. Так точно. Вы пришли по федеральной программе Айден, да, в которой мы работаем. То есть у вас есть льгота на сегодняшний день, на сегодняшний визит. В чем она заключается, эта льгота? То есть у нас цены на ресепшене, да, прайс с ценами? Я думаю. Ну, я не спрашивал. Ну, там спрашивать не нужно, прямо на стенде, прям рядышком стоят эти, вот этот стенд с прайсом по ценам. Те пациенты, которые приходят по приглашению, вот как вы, да, сегодня, у вас идет скидочная система. То есть тот план лечения, который доктор нам озвучит, я его запишу, а потом ваш план лечения вобью в программу. И программа мне с учетом вашей скидки на сегодняшний день, посмотрим, какая будет обувь, то есть она ее покажет. Страховая компания, да, с которой мы сотрудничаем, часть как раз-таки лечения на терапию вам компенсирует. Что такое терапия? Это лечение по кариесу, эндолечение, да, если необходимо, удаление зубов, там, пробгигиеническая чистка, да, фторирование, это все компенсирует. Подробную финансовую составляющую я уже вам буду рассказывать, когда мы выйдем от доктора, когда я увижу ваш план лечения, чтобы более детально уже разговаривать, да, потому что план лечения у всех разный. И по 800, и 1,5 миллиона, и 300, и 100, и 50, и так далее, да. Это вот как капитальный ремонт делать в квартире, например, да, когда мы долго не ходим, не протезируемся, естественно, итоговая сумма, она всегда, каждого пациента, она немножечко будоражит, потому что сумма всегда разная. Эта программа уже рассчитает, я вам скажу, какая, потому что они разные. Ага. Помимо имплантации, у вас здесь эндолечение, у вас здесь коронки, то есть у вас огромный план лечения. Угу. Вы для себя вариант оплаты какой рассматриваете? Наличный терминал маленькими платежами или накопления какие-то у вас есть за это время, может, накопили? Там по факту уже буду определяться, будут появляться деньги. Ну смотрите, так как у вас лабораторные работы, да, в любом случае вы за лабораторную работу оплачиваете 50% стоимости. Не бывает такое, что вы там вам сняли слепки, сделали оттиски, отправили на изготовление коронок, а вы ничего не внесли. Такого не бывает. В любом случае 50% оплаты вы вносите. Если нету там ни накоплений каких, да, там терминал наличный, вы можете пройти, если вас программа пропустит, по медицинской рассрочке. Что такое медицинская рассрочка, кем она дается? Она дается банками, потому что у банков слова рассрочка нет. Но просто тот процент, который банки накладывают, на себя берет клиника. Нам раз в квартал по программе IDENT этот процент возвращается страховыми компаниями, то есть мы ничего не теряем. У пациента там есть, например, план лечения 600 тысяч, да, к примеру, он уже разбивает для себя на удобные ежемесячные платежи и оплачивает. Сумма больше становиться не может, она может стать меньше за счет того, что если, например, ну вы будете оплачивать там не 36 платежей, да, не на 3 года, а меньше, вы еще на этом и сэкономите. Получается, один зуб с имплантантом где-то около 100 тысяч, да? Да. То бишь 18 зубов? Нет, нет, вы что, у вас же не 18 имплантов. Смотрите, у вас имплантов, если мы берем имплантацию, получается будет 1, 2, 3, 4, 5. 2 миллиона? Это если мы говорим об имплантации. Можно сделать по-другому. Можно, например, сделать на верхнюю челюсть в квадроте, который доктор вам вот показывал на мониторе, протез съемный. Ага. А на нижнюю челюсть 2 импланта. Угу. Можно сделать так. Съемные тогда сколько будет стоить? Ну, съемные стоят 69 или 60, ну да, 68-69 тысяч. Это за один зуб? Это за челюсть. А, за челюсть. Ну, конечно. С зубами? Ну, конечно. Ага. Он там как-то фото показал, непонятно, что... Я вам могу еще раз сейчас принести, показать более подробно. Давайте с вами определимся. Рассматриваете вариант рассрочки или не рассматриваете? Рассрочка. Это с процентом или без? Нет, я же вам только что объясняла, что они без процентов. Тот процент, который накладывает банк. Каждый банк работает с процентами. Никто себе в минус убыток работать не будет. В день диспансеризации, так как вы по программе пришли, как раз таки процент берет клиника на себя.
У вас нету там процентов. Когда вам финансист распечатывает график платежей, у вас процентная ставка будет нулевая. То есть там ничего, вы видите, что там нету никакой оплаты. Вы ни за что не переплачиваете. У вас как есть там план лечения там, на такую-то сумму, такая сумма у вас и будет. У вас она больше становиться не будет. У вас там нету ни страховых, ни процентов, ничего нету. Вы для себя разбиваете на ежемесячные платежи. Вот у меня, допустим, сейчас скажу, месяца на два назад был пациент, у него план лечения был 800 тысяч. Угу. Он проплатил месяц, и через следующий месяц он погасил досрочно, еще и сэкономил там в районе 100 тысяч рублей. Это называется досрочное погашение. Ну, это я знаю. Есть пациенты, которые, допустим, ну нет никаких ни накоплений, у нас же помимо наших зубов еще же есть какие-то задачи, да, там семья, там дети, я не знаю, там ипотека, кредиты, машины и так далее, да. Поэтому каждый для себя выбирает комфортный ежемесячный платеж. Вот мне там пенсионеры, кто-то вкладывает по 10 тысяч, да, кто-то по 20, кто-то по 50. Каждый смотрит по своим возможностям. Нету здесь какой-то определенной суммы, которую вы вот мне должны назвать, там вот столько-то, там могу ли я вот столько оплачивать. Вы можете хоть сколько оплачивать ежемесячно и можете начать просто хотя бы с терапии, без протезирования. Ну, скорее всего, наверное, по мере поступления средств буду. Ну, то есть по рассрочке, правильно? Ну да, грубо говоря, да. Если мы говорим о рассрочке, если программа пропустит, какой ежемесячный платеж для вас комфортный? При всех ваших планах, да? Потому что там, ну, все мы разные, все доходы тоже разные. Если каждый месяц оплачивать? Да, если ежемесячно. От 20 до 30. Ну, вот, чтобы было прям комфортно. 20? 30. Угу. Смотрите, если программа нам разрешит подать заявку на рассрочку, у вас первый платеж будет, сегодня у нас 15, да, с 15.06. Вам не нужно ждать первого платежа, чтобы приступить к лечению. Вы уже, мы с вами запишемся к доктору, потому что у вас огромная работа по терапии. Уже начнем с чистки и с лечения зубов. Мы с вами пройдем в финансовый кабинет, подадим заявку. У вас будет два договора. Медицинский договор, где будет прописано, на какую сумму, какие услуги мы вам будем предоставлять. И банковский договор, где вы как раз таки увидите, что график платежей, и там, где у вас будет график платежей, процентная ставка нулевая. То есть вы визуально, естественно, нас знакомитесь. Еще у вас будет план лечения, копия плана лечения. Я отдаю вам на руки. Оригинал будет в нашей карте, карте, где ваша, ну, ваша карта пациента. И уже запишемся к доктору. Так, смотрите, что получается. Терапия у вас. Это пробиотическая чистка, фторирование, удаление, лечение периодонтитов. У вас вышло на 178 400. Страховая организация вам компенсирует в 100% размере. То есть вы за это не оплачиваете, у вас ноль. Потому что у вас огромное количество ортопедии. В ортопедию у вас входит, да, и коронки циркониевые, и металлокерамика, и коронки на импланты, и стекловолоконный штифт, импланты, на верхнюю челюсть квадроти, абатмент, формирователь десны, фиксация коронки, слепки, ложки, анестезии, временные коронки. Все сюда учтено полностью, это под ключ. У вас план лечения с протезированием верхней и нижней челюсти, с восстановлением, вышло на 1 065 400. Если идти по рассрочке, это ежемесячный платеж 29 595. Месяц. Ежемесячный платеж 29 595. Комфортная сумма ежемесячного платежа или накладная? Да нет, не серьезная и не короче. Но накладная или нормальная? Отлично. Потянете 29 тысяч ежемесячного, да, платежа? Да. Первый платеж у вас будет с 15.06. Угу. Паспорт с собой у вас? Да. Ну, пойдемте попробуем. 1 065 400 на 36 платежей. Телефончик зарисовать. 8 900 939 72 82. У вас 4 цифры пришло на телефон. Отвините мне их, пожалуйста. 86 56 02 88. Нет, к сожалению, отказывают банки. Пришел зубы лечить, тебя все уже фотографируют, понимаешь? А ты даже знать не знаешь, что у тебя кредиты берут. Тебе говорят, что вот вам нужно сделать код сообщить и сфотографироваться, потому что вот подтверждение, что вы здесь находитесь в офисе, понимаешь? Они просто грузят людей.
это бесплатно, это бесплатно. Ну все бесплатно, прям рай. Любой здравомыслящий человек понимает, что бесплатного ничего не бывает. Но человек в возрасте верит еще в эти сказки. А потом он имеет право передумать. И что вдруг бесплатные услуги резко становятся платными? А такой оговорочки не было. И это что, вы завязываете оказание одних услуг на других? То есть она может... Вы сказали, что вот эти работы будут стоить, допустим, 1 000 000 рублей. Но вот эти работы будут бесплатно. Но вы же не сказали, что... Нет, это никак не говорено, что если вы все не сделаете, то вот это нужно заплатить. Не было такого. Вот она сделала бесплатно, а это спасибо не надо. Но вы сами такие условия предложили. Ну а почему он так не может сделать? Да, эти работы стоят денег по прайсу. Но поскольку вы пришли сегодня, вот именно для вас, именно сегодня, вот это все будет бесплатно. Конечно, конечно. Так они всем так говорят. Это у них такая тактика, чтобы человек подписал, взял кредит, заплатил деньги. А потом вот это в суде превратится. Как это бесплатно? У нас прайс есть. А как ты потом докажешь, кто кому там что на уши грузил? Это мошенничество. Вот это наглость, понимаешь, вот поражает. И они чувствовали, что человек засланный, и все равно они это делали. Жадность. Жадность, да. Думали, ну авось. Молодой парень, задает много вопросов. Тем более, они наверняка его видели по фотке вместе со мной. Не, они потом поняли, что что-то тут, и решили не давить ему дальше кредит. Потому что они могли взять не на 1 000 000, ну на 500 000 взять. Да даже на 100 000. Что, ни один банк бы ему не одобрил на 100 тысяч? Да, могли бы там 100, там 100, там 100. Там у них всегда, да. Она организует у них там, по-моему, то ли 10 банков с ними. Это типа какой-то там кредитный брокер. Через него оформляются вот эти кредиты вот этих в разных банках. Но они, видишь, они кредит, это ты деньги в руки не получаешь. То есть всегда, да, она дает кредит под товар, либо под услугу. То есть... У Кристалла есть договор со всегда да. Угу. То есть у них все программа. И дальше либо специалист всегда да, либо обученный работник Кристалла проводит эти операции. То есть, видишь, посредник есть. То есть здесь не нужен работник банка. Здесь нужен просто обученный человек, который умеет пользоваться вот этим ресурсом всегда да. Он туда все вводит, все данные, и там автоматически запрашивается информация в 10 банков. Где дают добро, и все. Но они, видишь, преподносят совсем по-другому. Еще кто присутствует в судебном заседании? Слушатель. Значит, вы просите вас допустить в качестве слушателя, правильно? Вы просите вас допустить в качестве слушателя, правильно? Вы просите вас допустить в качестве слушателя, правильно? Суд считает необходимым удалить данного слушателя из зала судебного заседания. Суд считает необходимым удалить данного слушателя из зала судебного заседания. Суд считает необходимым удалить данного слушателя из зала судебного заседания. Зафиксировано, все. Вы обязаны подчиняться. Пожалуйста, камеру выключите. Вообще, жесть, просто рот закрывает. Чувствую, что пляшку придется подавать. Сейчас будут выносить решение. Все. Все, закончилось рассмотрение, сейчас будет решение. То есть сейчас, посмотрим, какое будет решение. Зачем у нас слушатель опять присутствует? Зафиксировать. Что зафиксировать? Ваше решение. Суд удалил его из зала судебного заседания. Покиньте, пожалуйста. Оглашение приговора вы мне тоже и сейчас. У нас не приговор, а решение. Покиньте, пожалуйста, зал. Здорово. Ну вы вообще. А решение резолютивное-то где я могу получить? Не выдается, вы получите полный текст. А что, вы еще не придумали, да, что написать? Очень разочарован. Вот мое личное мнение. До свидания, покиньте, пожалуйста. Вот. Я надеюсь, что вышестоящая инстанция отменит ваше решение. Позор. Видимо, какие-то услуги зачитала, что якобы не оказаны были. Хотя это не имеет значения. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Мамаев. Если кто-то пострадал от услуг данной клиники, обращайтесь ко мне за юридическими услугами. Постараюсь вам помочь.